Ехать зовет ютуберов. А потом Майнкрафт будет 4 числа. И все. И по Майнкрафту закончили. Все, ребят, я вам запустил демку. Я зашел на демку. Демку, а можно полную игру? А у меня вебка не выключилась, я просто брал из верноху, выключил ждут. Можно нет, полную игру на демку, пожалуйста. Алло. Алло, алло, дайте. Все в порядке? Полную игру, а не демку. Блять, Вадя, сука, нахуй! Надо доплатить будет в каком-то моменте. Или тут есть донат? Короче, все, я очки надеваю, мне похуй. Погнали. Я пацан. Тебе Оля рейд дала? Спасибо, Оль, большое за рейд. Спасибо большое. Спасибо, Оль, большое, что подрубаешь мое время. Алло, пиздец. Смотри, что я зашел, но Вадя, ты можешь что-то с микро сделать? Ты заебал, ты уже третий день, тебя не слышно вообще. Братишка, ебать. Тебя, ну тебя реально не слышно, я кому не захожу на стрим, тебя, блядь... Да. Какой кавун? Кавун это по... По-украински, блядь. Вот и не надо по-украински, я по-русски разговариваю. Если что, тут 12, ой, 15 этажей, это алло, просто слышно? Тут надпись не поменялась. Ну, вот алло, слышно? На стриме алло, спросить. Слышно? В Дискорде просто да мне слышно. И так это громко было. Алло, слышно? Долбоебище, ебаная, блядь. Марк, попробуй его на фул выставить, у тебя он на фул выставить? Да, на фул на 200. Тогда он... Ну, он мне всегда на 200 стал, он всегда такой. Че, прям вообще хуево слышно на стриме, Вадима? А вот так мне слышно? Тихо очень, его на каждом стриме очень... Вот сейчас прям пиздец громко мне стало даже, я думаю, на стриме нормально будет. Долбоеб ты, ебаный, блядь. Ты что-то там накрутился, как вот в казино крутил, что за дело похоже не красавица. Всё, короче, давай. Приятного этого шоу. Давай, спасибо, Паш. Так. Ну что, ребят, вы готовы? Можем начинать? Да. Вадя, ещё надо закрыть чат, ну типа... Типа закрой, типа. Я тебе подмигиваю. Просто я тебя не вижу. Все, вы готовы, ребят? Да, давай. Ну, только если не буду знать ответа. Ну что, погнали тогда? Но можем тут выиграть деньги? Да. О, это кто топает в таких обоссанных этих джорданах? Это вы топаете вдвоем. Топ. А у меня изики, блядь, не подготовился хантик. Бля, ебать разъеб, скажи, ебать. Лифт едет. Короче, ребят. Он не едет сейчас. Ребят. Блядь, ну можно этот. Алло. Да. Ага. Ребят. Блять, а что сказать-то нахуй? Ребят, попробуй сейчас. Так, ребят. Еще раз, я думаю. Да нет, достаточно. Звук. Все, звук сделал. Короче, ребят, у вас... Я не услышал. Ребят там... Все, можно офнуть, блядь. Марк, не волнуйся, ну реально, ну ты что, ну ты как будто какой-то собеседный на работу. Ну, говори правило, у нас есть 12 этажей, у нас есть... У нас 15 сыров. Похуй, 15 этажей, у нас будут категории, которые мы будем выбирать. У нас короче, есть, ладно, на туре. У нас денег, которые мы можем разделять между вариантами вопросов. А кто стримит, блядь, Макриски нахуй или да, Зряхотник? Все, короче, Рома правила знает, я объясняю сейчас всем на стриме и Ваде. Вадь, 15 этажей... Я догадаюсь, по сути, на самом... Нет, нихуя ты не догадаешься, я тебе сейчас все объясню, блядь. 15 этажей. В каждом этаже какой-то вопрос. И две категории, соответственно, которые тебе ближе, ты, вы будет. Будете выбирать. Заткнись нахуй. Все. Будут также спецраунды, на которые я, возможно, вам дам возможность увеличить ваш банк, потому что, скорее всего, вы вообще нахуй с нулем уйдете, потому что вопросы будут довольно-таки сложные. И, соответственно, подсказки. Подсказки чата одна у вас есть, одна жизнь у вас есть, если вы, опять же, проебете все деньги, потому что такое вполне возможно. И, ну, звонок, я не знаю, я думаю, вы никто использовать ОЗОС не будет, но если что, звонок тоже у вас есть. Я наберу чату. Да. Погнали. У вас есть 4 ячейки, соответственно, каждая ячейка — это ответ. Из вас, ну, вы будете выбирать категорию совместно, которая вам ближе, и, соответственно... Похоже на казино. Ебало. Слот, по-моему, слот называется. Ебало. Там иксы падают, ебало. Увеличивается. Ебало. Сколько на теле, товарищ ведущий? Миллион чего-то там. Ну, это не важно. Это не важно. В рублях? Грубый ведущий, грубый. Весь под WhatsApp пошел. Ну, можно и так сказать. Короче... Главное условие того, что вы должны делать... А влияет, что в колбах зеленый, желтый и красный цвет тут справа? Блять, нет, не влияет, заебал. Короче, у вас главное условие того, что вы должны делать... Нас?
Блять, я такой уебан, я тебя ненавижу. Как может быть у вас? Ну, типа, если я думаю, то это да. У нас. Блять, Вайт, ну дай ему уже виси. Главное условие того, что вы должны делать. Кто тут главный, блять? Какой-то уебик, блять! Какой урод! Блять, давай, он реально сейчас обоссится уже нахуй от этого, блять. Ну чё, маленький, блять? Он волнуется, пиздец. Да, блять. Короче, главное условие того, что вы должны делать с Ромой, это ставить всегда алыном. И одна ячейка должна остаться пустой, если, соответственно... Я так играл один раз, нахуй. Собака на докхаусе, блядь. Если... А к чему привело, заткни блядь, свой рот, пожалуйста! Дай я проведу это вонючее, блядь, шоу, которое, блядь, мне делали ебучих 2 месяца, блядь. Я ждал, я весь потел, сука. Я просто перенервничал, я, суки, кипятком, блядь. Я Роме на шоу паузил, блядь, 30 тысяч раз, чтобы он его задержал, блядь, до 6 часов. Заткни свой рот и дай я его проведу. Все, пожалуйста. Ты сказал вонючее шоу, но я запаха вообще не чувствую. Блять. Либо у меня корона, либо тут только табак. Ладно, давай, сестру, ты заебал. Все, короче, в пизду у вас, блять. Так, математика, природа. Другой чё давай. Мы с тобой в команде, долбоёб. Нам надо что-то выбирать. Выбирайте. Понял? Короче, смотри, нам надо... У нас есть сумма денег, и у нас есть 4 ячейки. Мы можем все заулынить по один ответ, если мы в нем уверены. А мы можем забрать это? Если мы в... Нет, не можем. Если мы в одном ответе не уверены, то мы можем поставить на 2 и на 3. На 4 мы не можем, потому что всегда ячейка должна оставаться пустой, которая дает нам шанс на фул поражение. Можешь сначала, я не слышал. Ладно, слушай, давай математика. Ты уверен, что математика? Конечно, но без 2-4. Давай математику. Природа. Бля, ну, короче, подумайте реально перед категорией. Блять, ну, я сейчас такое чувство, как будто реально бонуску выбираю. 7 спинов или 15, нахуй. Ну, я в математике не лох, типа. Ну, если там историческая математика, то может быть первый. Но я бы тоже... Ну, давайте, давай. Пикайте. Давай математику, похуй. У нас есть жизнь. Хорошо. У вас 3. Ай, брат, у вас будет... сказал, нахуй. У вас будет... У нас есть жизнь, блять, и нужно прожить ее, ебать, с кайфом. У вас будет 3 минуты на то, чтобы дать правильный ответ. Погнали. Давай, это давай. Больше, чем нужно, нахуй. А где 3 минуты? А как называется знак корня в алгебре? Вадим, давай, я знаю, я тебе дам этот... Бля, у меня так громко музыка как играет, кстати. Как называется знак корня в алгебре? У меня музыка очень громко играет. Марк, у тебя настроение будет она громко? Да, я знаю. Но я... у меня этот, у меня микшер, я могу фиксить, если что. Не ебу вообще. Ну, функция пусть будет. Нет, функция это не... это маленькая такая хуйнюшка, типа, на цифры, это не подходит. Значит, третий. Давай. Третий даже не подходит. Так, сейчас 50 на 50. Давай. Первое. Красава, да, это радикал. Кстати, ну, типа, тут можно... Ты уверен? Да, 100%. Ты уверен? Ребят, вы... ну, вы алыните, вы же понимаете? Да, давай на радикал алыним, тут легко. Хорошо. А зачем нам алынить? Алын — это важное, это самое главное условие игры. Да, типа, понял, тут нельзя, тут ты должен до последнего этажа добраться всей суммой. Мне, кстати, понравилось то, что мы с Ромой в команде, а Марк сказал, что Рома все ответы знает. Да нет, он, нет это, я все ответы заменил. Он менял все эти. Да, все ответы заменил. А. Да, ну тут легко, на самом деле. Ну да, тут даже... я даже не буду ничего тестить, в принципе. У вас должна была какая-то сумма сгореть, если вы неправильно отвечаете, но, в принципе, тут вы все ответили правильно. Это радикал — знак извлечения арифметического корня, а также число или выражение, являющее результатом извлечения корня. Бля, я на самом деле думал, что у вас... Ром, ты же с Украины, и Вадя... Стоп! Вот это все, ебать, представление, нахуй, чисто вот это из-за одного вопроса? Я, кстати... В смысле? Долбоёб. Ну в лифте там идем туды-судым, ебать. Так, 15 этажей, долбоёб. Давай, ладно, следующий этаж. Я думал то, что не, вы не будете знать, что такое радикал. У меня есть еще, типа, репетитор по математике был русскоговорящий. Окей, да. Хорошо. Бля, я не думал, что... Ну, я с Казахстана. У нас чел, бля, функции пикай забей. Ладно, погнали дальше, погнали. Второй, наверное, будет немножко посложнее, но думаю, вы тоже справитесь. Погнали. Думаю, это же второй уже. Да, это второй этаж. Показать вот категорию. Мы не ехали даже. Стримеры ехали. Или суеверия? Бля, ну, мне кажется... Дядь! Чувствую, нахуй, я силен суеверия, блядь! Давай, нахуй, суеверия, блядь! Нет, давай стримеры. Нет, хуйня это все, суеверия. Нет, давай стримеры. Нет! Ну какой, блядь? Ты конченый. Ну ты козел ебаный. Ты что, вообще ебанутый, блядь? Суеверия, блядь, халявная тема, блядь. Стримеры там пиздец может быть, нахуй. Стримеры... Дядь, ты понимаешь? Знаешь, что такое суеверия? Смотри.
Смотри, нет, я потом узнаю. Походу разберемся. Смотри, ты понимаешь, что ты не должен идти за стадом. Понимаешь, вот многие бы пикнули стримеры, ебать. Но мы нет. Мы красавчики. Мы пикаем суеверие, ебать. Ну, как по мнению, просто, давай. Понимаешь, категория стримера — это категория, в которой мы хотя бы что-то знаем, мы можем порассуждать чисто логически, хотя бы один неправильный. Короче, ладно, точно... давай так. Если ты лох ебаный, то давай стример. Вот, я, ну, типа, пикай что хочешь, но я говорю, что просто зачем пикать категорию, которую мы вообще не разбираемся, когда есть хорошо, категория, давай, которую мы хотя бы можем поразмышлять логически. Давай сыграем в бублик, белка, огурец. Давай, Вадь, надо выбирать. На раз, два, три. На раз, два, три, давай. Бублик, белка, огурец. Давай. Огурец. Раз, два, три. Ты долбоёб, блядь. Так я не знаю правила, долбоёб. Давай, раз, два, три, я поменяю. Блядь, долбоёбы. Давай, раз, два, три. Белка. Огурец. Блять, долбоёб, белка тут всегда выигрывает. Она может и бублик съесть. Алло, огурец. Огурец, огурец. Давай, стримеры. Я решаю, стримеры. Хорошо. Бля, долбоёб. Чья это история банов? Чья это история банов? Смотри, 2019. Последний бан этот февраль 2021. Вы сначала посмотрите на картинку, я вам понял, покажу вариант понял, ответа. Понял, бан продолжается. Бан продолжается до сих пор. А, стоп, это старый скриншот, в смысле? Кстати, братишкин, наверное. Это скриншотка. Нет, братишкин побольше банк. Ребят, посмотрите ответы. Модестал, Камик Про, Аляша или Симпл? Слушай, это скорее всего Симпл, потому что... Да, у Аляши банили. Не было вообще столько банов, блядь. Аляша сама банила. Скорее всего, этого человека забанил Аляша, поэтому ее точно не будем хуярить в нее. Это может быть... Погоди. А, так Симпл получил последний бан на две недели. Так это не последний, это первый ван. Так погоди, а Симпл же не может быть. Какой нахуй 2019 год? Нет, это Симпл тоже не может быть. Блят, есть а еще Модестал, Камик, Аляша. Включи еще раз. Симпл тоже не может быть, 2019 год. Подожди, 2020 декабрь. Кто? Вот это последний бан, да? Сейчас банов не было. Это не факт, это взято просто с... Да, это скриншот сделан в феврале 2021 года, понял? Потому что там пишет 20 ну, секунд назад забанил, а теперь продолжается. В декабре банили, меня банили в декабре, на месяц, по-моему. Я тут не был, да? Но я имею в виду, что кого-то, кто банили со мной? Покажи варианты ответа. Модестал, Камик, Аляша, Симпл. Бля, ну я больше склоняюсь к Симплу, если честно. Посмотри, покажи еще раз. Смотри, 2019 год, ты. Симпла не могли в 2019 году, он же, наверное, даже не стримил. Он тогда почему? В он а как мне на вас смотреть? Как мне лицо Макриского смотреть? Ребят, хотите я вам дам подсказку? Давай. Нет. Да, соглашайся на подсказку, еблан. Дай мне свое лицо, Ром, чтобы я на тебя смотрел. Скрин тебе? Ладно. Я включил. Я говорю, в пилотном стрим, выпуске мне не стрим. Жалко. Я включил стрим без чата, ладно? Чтобы вы не думали. Еще раз, что ты говоришь? В пилотном выпуске мне не жалко подсказок. Вы мыслите вообще не в правильном направлении. Ну, Вадя, точнее. Ну вот, понял, это типа не Симпл. Какому там играл? Ну, в 2019-м он кто? Он, ну, типа, лох был в Ашерик или во Флипсайд играл, да похуй. Алистоп или его уже в Нави взяли в 2019-м. Ты чё? Да похуй, короче. Смотри, ну все, это понял, это не Симпл. Это 100% не Аляша, потому что Аляша последний бан, ну, я не помню. Ну это он вообще в Ликвид играл, как это в лохах, блядь. А, да, в Ликвидах еще играл. Да похуй вообще. Блядь, стоп. Но скандалы были по Симплу только пиздец. Два раза, когда он запретки ебашил, понял? Короче, ну это Камик либо Модестал. Короче, давай Камик либо Модестал. Просто погоди, покажи еще раз вложение, покажи еще раз. Стоп, у Модестал не было так много банов. Да? У них был Модестал. Бан в 2020 году, у них бан был за наготу. Да. В первый момент он был большой. Их разбанили за кучу времени. Все, это значит Камик. Модестал надолго бань. А вдруг они вышли через две недели? Ребят, мне нужно от вас короче, ответ. Смотри. Камик, да, Камик. Да. Аляша, она сама, типа, это, скорее всего, забанила от стримера. Симпл мы решили, что не подходит, потому что Хантик нам подсказал. Модестал... Ты сказал, ну, Аляша Камик, точно не может. Похуй, давай его все улынами ебашим. Так он сказал, что мы всегда улынами ебашим. Нет, алыны вы можете распределить. Вы можете распределить на ячейки. Главное, чтобы одна ячейка осталась открытой. Блять, можно типа нахуярить типа чисто. Ты думаешь, Модестал под ню банили? Ну, слушай, ну я помню, что у них были баны, но у них немного было банов. Две недели, три дня. Хотя там за год, по сути, там за год. Ребят, на самом деле время вышло, давайте. Да. Ну, давай, ну, похуй, ебашим в Камика.
Сколько камень вообще? Он подсказал нам, что ты неправильно думаешь, типа это не симпл, понял? Да, я только про симпла подсказал. Остальное я ничего не говорю. Ну все, в камиках. Может, модесто? Давай пополам. Или больше в камика, меньше в модесто. Не, давай в камика фул, поебать. Хорошо, давай. Я ставлю в камика фул. Дальше я обратно ничего не верну, ребят, у вас. А у нас ноль будет? У вас будет ноль, если это неправильный ответ. Чем? Все наигрались, братан, подожди. Ну, у вас есть еще дополнительная жизнь, не волнуйся. А, похуй, жизнь есть еще, давай, не важно. Ну что, ребят, как думаете? Да, хуй знает. Я думаю, модестал, блядь, что-то. Вот он сказал, как думаете, ебать. Погоди, она... Что, блядь, нахуй ты, долбоёб, спрашиваешь, как думай, где, если мы ответили тихо. Уже. Походу, деньги не сгорели, значит, это мы правильно ответили. Правильно, ребят, это камик. Блять, он уже в чате мне развоёбывался, то что он даже сам не был уверен, что это не он. Бля, ну поздравляю, ну хоть с подсказкой, но... Бля, вы могли в Модесто залынить, поэтому это нормально. Мы в симпла бы не выбрали все равно. Ну хуй знает, ты очень жестко топил за симпла. Ебало, вони нахуй своё. Мы бы не выбрали симпла все равно. Хорошо, ребят, ну блять, два этажа прошли, заебись. 15 у нас этажей? Да. Ну ничего, там потом будет, наверное, полегче. Давайте, третий этаж, поехали. Куда же легче, блядь? Хантик, сколько онлайн у тебя? 11300. Я же тебе говорил, блядь, не спеши. Так. Да, это уже я побил рекорд. А, вот это мини-гейм какой-то? Да, ребят, тут на самом деле все просто, но... Если просто нажми запустить, блядь. Погоди. Вы должны внимательно посмотреть... Ну, на самом деле, тут бессмысленно мне что-то до этого говорить. Сейчас обвалятся кирпичи, и вы должны посчитать, сколько кирпичей отвалилось. Погнали. Четыре, пять, шесть, семь. Блять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Пиздец! 36. А чё? 36 или 37? 37, походу. Погоди, а сколько у нас времени? Время 3 минуты, у вас идет 150 секунд. А, так, кстати, можно считать, похуй. Смотри, давай левую часть считаем полностью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вся левая часть вот до правой хуйни большой. 13 я сказал, да? Сколько я сказал? Сколько я сказал? Малый. Сейчас, ебало, вольни свою нахуй. А, так там равные части, смотри. Там раз, два, три можно провести, то есть четыре. Три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот это больше. 14, вся левая часть 14, писюнчик вот этот 15-й. 16, 17. Справа 15, то ли 21, 20, то ли, блядь. 22, 23, 24, 25, 26 плюс 1, 2, 3, 4, 26. У меня 30 вышло. Как пиздец. Могло выйти 3, 3? Ну, я хуй знаю, я не знаю. Так, 14 слева. Блять, у нас мало времени осталось. 14-15. 16-17. Сколько время? 66 секунд. 21. Нормально. 21-25. Ща посчитаю нахуй. 25 тут на один кирпич больше. Это 1, 2, 3, 4. Это 5. 25. Это 30, и еще так, 1, 2, 3, 4, 5, 35. Все, ну у меня 35 вышло. А у тебя, Вадим, сколько вышло? Сейчас, подожди. Там, понял? Там не надо считать вот эти, там надо посчитать только первый ряд, и они съезжают все в один. То есть первый ряд 4 вот с правой стороны, а следующий он съехал в одну направо и одну слева съехал, то есть еще 4. А там на один кирпич больше следующий ряд. И тот ряд на один кирпич больше, чем во втором, то есть 5. Да, это 35, я говорю. Мне похоже на 35. Алын 35, нахуй. Давай 35, Алын, похуй. Хорошо. Если все правильно, если он легко соглашается, значит все заебись. Если он легко соглашается... А у вас времени уже нет, Ром.
И мне тем более не очково, потому что у вас есть дополнительная жизнь. Ром, чекни. Что чекни? Что? Куда чекни? Телегу. Телегу. А, у нихуя ты посчитал, блядь. Ебать, я чисто этот насчитал. Должна быть 35. Ребят, это абсолютно правильный ответ. Это 35. Конечно. Это 35. Что ты понимал, на чем чисто рисовал, блядь. Ебать, вы олыните, блядь. Я нажал принтскрин и просто камни нарисовал. Охуеть. Ебать, вы олыните, пиздец. Это не запрещалось. Согласен. Хорош. Жестко, жестко. Ну что, давайте к четвертому этажу. Mm-hmm. Я не буду медлить. Как-то быстро идем. Государство. Нет? Или фразы? Бля, слушай, это вообще пиздец. Бля, дядь, фразы это может быть... Типа чья фраза? Типа, ну, тех, зло, человек, типа. Злое, бля, типа, да, да. Бля, ну давай, ну фразы интереснее по-любому будет. Ну государство что, ну типа... Пикай, пикай. Давай фразы. Фразы? Пашка, хорошо, давайте фразы. Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Бля, я боюсь того, кто изучает... Брюс Ли, Алын, давай! Алын, вы раз, все знаете раз, эту два. Фразу? Брюс Ли, конечно, ебать! Блядь, даже я не знал Брюс эту фразу. Брюс Ли лучше, нахуй, это магия, дегенерия, сайкл, номер... Один из быстрейших. Блядь, даже я не знал эту фразу. Хорош. А-а-а! Ебать! Я щелкнул пальцем, меня ударило молнией! Чел, я тебе отвечаю! Я щелкнул пальцем, ебать, у меня по телу дрожь прошла. Ебать, меня ударило Зевсом. Зевс утонул где-то. Я жив. Это Олимпус солнце зависит. А, бля, чел, меня так уебало. Бля, сейчас. Я не понимаю, вы так хорошо идете, это пиздец просто. Слышите, четвертый этаж, куда хорошо идем? А, блядь, меня ухуяло. Ром, дальше, я не знаю, но мне кажется, дальше будет даже полегче для вас. В смысле? Ну, мне кажется, дальше будет намного легче. Больше. Как это может быть дальше легче, если этажи выше идут? А вопрос абсолютно... Тут это не так не роляет. Ладно, погнали. А, понял. Опа. Это снова спецраунд, ребят, поскольку у вас та же сумма, никаких этих прибавлений вам не будет. Сейчас в этом... Прибавляй, бля. Все, тихо. В эту будку сейчас будут заходить люди. Вы должны посчитать, сколько людей не вышло из этой будки. Все, вы не готовы? Не вышло из этой будки. А где они будут выходить? Слева направо они будут выходить. А, в смысле, сколько не понял. Вышло, сколько давай, осталось? Ты считай человек, сколько заходит, я считаю те, что выходит. Готов? Те, кто, ты считаешь, кто заходит, я что выходит, да? Ну ты давай, ты справа, я слева. Я справа, ты слева. Справа, да. Выходит, ты их считай. Давай, let's go. Погнали. Я справа считаю. Где право, лево? Справа, ну все, я первый считаю. У меня 11, Вадь. У меня 9. Я в один момент посмеялся, и у меня как будто 5 прожалось. Что это? Вы должны выбрать, сколько людей осталось в будке. Ты считал? Ну, 2 осталось, 2 9 осталось. Вышло. 9 вышло? Если 9 вышло, то... Наверное, 9 вышло. Брат, у меня был момент на третьем, когда у меня 5 прожалось, я не понял. Ты еблан? Ты понимаешь, что тебе нахуй настолько надо, настолько у тебя просто было, блядь, что проще уже некуда нахуй. Чел, из-за того, что было настолько просто, это вызвало смех и стан в моей голове, понимаешь? Ты вообще ебанат? Ну, дядь, ну тут 2 или 3, или 4. Смотри, проблема может быть только в одном, но я думаю, что 2. Смотри, может быть 3, кстати. Может быть 3, может быть 2, может быть вообще 4. 1, то есть 1 не может быть, одного убираем, окей. Ну 2, давай, 2. Ты еблан, ты вообще не убил. Как может быть 2? 9 человек. Ну типа 2 осталось, если у меня 11 зашло. То 2 осталось, если 9. Мне кажется, тогда вариант 3. Может, мне кажется, человека 3 не уходило. Можно еще раз раунд? Нет, это нихуя подобного. Ну, пожалуйста. Че, было очень смешно. Что это за хуйня? Давай на 2 ебанем все бабки. На 2 все бабки? Ну, Вань, ну если ты уверен, ну типа заходило 11. Дядь, я там мог проебаться в одном моменте буквально, на четвертом. Когда смешно стало, я такой думаю, ебать, как вы там... Давай 2, похуй.
Олин на 2. Олин 2. Мы можем разделить 50 на 50 на 2 и на 3. 100% вариант. Давайте, ребят, у вас 60 секунд еще, вы можете либо подумать... Да я в тильте! Ты понимаешь, Марк? У меня я понимаю, Ром. У него самая легкая работа была, блядь. Не, это было очень смешно. Давай Алын на 2, я тебе говорю. Алын на 2, давай. Давай, давай. Давай, хуярь. Алын на 2? Давай. Алын на 2. Хорошо. Юканти, как думаешь, правильно? Сейчас мы узнаем. Давай на 3, слышь, я на твое лицо посмотрел. Давай на 3. В смысле? Еще на 3 хуярить? Не-не, вот это забери и на 3 поставь. А это я уже не заберу. А заберешь, мне похуй. Не заберу. Давай тогда на 2 половинку. На 3 половинку другую. Он так улыбнулся, короче, я ему наебал. Посмотрел, он улыбнулся. Короче, Вадим, я типа в тильте, потому что мы охуенно шли, там очень просто было, бля, и ты заруинил нам. Батюшка, мы сейчас, мы выиграли. Ты нам минимум половину денег заруинил. Как думаешь, Вадь, ты правильно сделал вообще то, что ты, блядь, разделил? Ты так поулыбался. Давай, похуй. Он неправильно сделал то, что он, блядь, засмеялся нахуй. Давай, блядь, жми. Вать. О, блядь, ебать, что? Я говорю три. Это на самом деле, это так тильтово, когда Рома, блядь, 100% говорит. Блядь. Так там легко было, что слева, что справа, какая разница? Слав, я должен успеть. Ром, у тебя тоже было легко очень, просто я засмеялся в моменте, типа. Так вот именно, что очень легко было, ты полляма проебал нам! Я сразу по стриму еду. Да это, блядь, рублей 500 максимум, ты чё, это школьник? Тут эквивалент, ебать, пиздец ёбнутый. Ну, ребята, поздравляю, 500 тысяч сохранили. Ну ничего, на спецраунде вам... Дело в истории, понимаешь? Мы могли на спецраунде мы выиграем деньги, успокойся. У вас будет возможность бэкнуть немного, что? Что, Ром? Бэкнул тебя нахуй. Давай. Next. Сука. Вать, вот честно, это будет вот... история. Он будет каждый раз проводить ее, и мы типа могли стать чемпионами, которые дошли со всеми деньгами. 500к рубли или нет? Подумал. Какой рубли, блять? У меня что, ебанулись? Не подумал. Бля, Ром, я не подумал. Реально, не подумал. Давай переиграем раунд. Да хуй там плавал. Марк, давай переиграем. Теперь он будет левых считать, а я правда. Давайте, переходим к шестому этажу, ребят. Давай, ладно. Ну ничего, ну 500 тысяч это нормально. Халява. Давай. Театр или подумать? Блядь, слушай, ну подумать, мне кажется, надо пикать. Я думаю, театр надо, лихотня ебаная еще будет. Ну, ты в искусстве вообще как? Вообще сейчас один из лучших. Кто Щелкунчика написал? Я. Пикай подумать. Ну, давай театр. Театр или подумать? Ребят, ну... Да какой... Ну какой пофиг театр, да? Театр халява будет. Ну подумать, вот, ну я просто скажу, я не буду, где легче, мне просто кажется, подумать интереснее. О, серьезно. Я согласен. Вать, ты как вообще, думаешь? Ну, в думании? Ты видел, нахуй, прошлый раунд? Вот он, вот он, нахуй, как... Так что, театр или подумать? Подумать, долбоёб ты ебаный. Все хорошо. Если из всех букв до Ча Вукин составить слово, то к чему его можно отнести? Автомобиль, животные, растения или спорт? До Ча Вукин. Блять. Макуин, не получится, нет. Ча Вукин. Кинча до Ча Вукин. Фамилия какая-то? Фамилии тут нет, долбоеб. Ча... Ну, спорт, ча... типа. А... Фамилия какого-то этого? Кин до Ча, блядь, это пиздец. Чавухин. Чавухин, все, иди нахуй. А... Животные. Какой-то животный, блядь, может быть вообще? Если что, Серега Григорян сразу ответил в чате. Блядь. Тогда растение. Блядь, ну, Серега Григорян, блядь, это пиздец. Нет, если Серега ответил, то это может быть либо автомобиль, либо спорт, чисто, понял? Бля. Серега жестко. Растение, животный, спорт, автомобиль. До. Ты вообще смотришь, Вадь? До Викунча. Да, тут нихуя непонятно. Викунча. До Викунча, блять. Пиздец. Ну и хуйня. Ребят, до Ча Вукин. Просто переставьте буквы и все. Да я понял, я пытаюсь. А я думал, блять, надо это. До Ча Вукин. До Ча Вукин Ву Ча До Укин Ча До О Ча Кин Ву До, блядь.
Кодавукин. Блять. Это нереально. А. На какой начинается? Ребят, а-а-а-чу. У вас есть подсказки. Вы можете спросить у чата, вы можете позвонить. Да, давай позвоним. Блять, ну спроси у чата. Блять. Ты, а, ты Сереге будешь звонить? Кодавукин. Блять. Все, мы выбрали подсказку позвонить. Давай, звони. Кому ты звонишь? Серёге? Алло, Серёг, что там? Что за слово, Серёг? Одуванчик, растение. Бля, красава, нахуй, спасибо, лучший. Одуванчик, а я говорил растение, блядь. Ванчик, Серёга, в растениях вообще, ебать, туда-сюда. Блядь, я просто не понимаю, как вы так долго думали над Дочевукиным, это пиздец. Ебало, школьник войны, блядь. Одуванчик, это очень сложно, чел, я вот сейчас только вспомнил, что такое существует. Ну, у вас минус подсказка, у вас минус подсказка. Думаешь, ебать, я думал, плюс подсказка, нахуй. У нас минус половина денег на прошлом, блядь, раунде, пиздец. Не, ну, главное, бля, честно, деньги, я не знаю. Понимаешь, знаешь, я тебе скажу, деньги не главное. Главное, что они нас хорошо, не рассорили. А если бы... С дружбой, ебать. Понимаешь? А если бы вы не звонили Серёге, что бы вы пикали? То мы пикали бы спорт. Молния Маквин. А ты что думаешь, Ром? Из всех букв Дочевукин получается слово одуванчик. Соответственно, правильный ответ – растение. Я думал, это спорт. Это доча, типа дочка. Мы, если бы мы кликнули спорт, и там был одуванчик, мы бы нахуй начали машнить и искали бы какого-то спортсмена с фамилией одуванчик. Антик, так что мы бы любим. Мы бы сказали, что это доча Вукина. Вукин есть такой профессиональный борец из Да, типа дочка Вукина. Да-да. Давай. Дочка Вукина. Ребят, у вас на седьмом этаже кончается возможность бесплатной жизни. То есть, ну, у вас остается жизнь. То есть, если вы до седьмого этажа проиграли... Мы поняли. Блять, нет, я имею в виду, если вы до седьмого этажа проиграли целый миллион, то этот миллион я бы вам бэкнул. Если вы проигрываете здесь остальную сумму, я бэкаю до той суммы, которая у вас сейчас на балансе. Ты можешь брать как-то, ну, посолить? То есть, ты понимаешь, что он уёбище ебаный? То есть, ты понимаешь, что если мы сейчас лузнули... Вот сейчас дочь Вукина, я не позвонил бы Серёге, и мы бы мне правильно ответили, у нас был бы миллион. Нет, у нас был бы миллион, сейчас. Да, Ром, да. Если мы сейчас проебём, у нас не будет Нет, сейчас у нас теперь вернется до полмиллиона, а до этого был бы миллион. А откат ёбни, бро. Хуя. Давай в предыдущий раз. Блять, а ты правила можешь рассказывать? Ты чепухня ебаная, блядь. Я говорил вначале. Так, погнали. Выражение или насекомые? Вадь, ты кажешь, что хочешь. Бля, может насекомые возьмем, порофлим? Можете насекомые, можете выражение. Ну, мне кажется, по сложности одинаково будет. Думаешь? Думаю. Давай выражение, похуй. Давай. Давайте выражение. Всем известно Видите? Выражение «беречь как зеницу ока», но что такое зеница ока? Беречь как зеницу... Это... Хрусталик. Хрусталик, сетчатка глаза, вряд ли. Ну, хрусталик, зрачок века, что-то такое, типа. Ебать, разброс. Ну, типа, это точно не сетчатка, потому что сетчатка это... Либо зрачок, либо хрусталик. Ну, мне кажется, типа, либо века, либо зрачок. Зеница ока. Хрусталик это, типа, понял, хрусталик и сетчатка это такие биологические какие-то названия. Ну, типа, сетчатка глаза, типа. Хрусталик это вообще... Это, блядь, нахуй. А, зеница ока, это века. Зеница ока, типа... Ты уверен? Зеница нет, это зеница. Беречь как зеницу ока. Нахуя? Не, так на. Ну да, тоже как это. Она века это типа вот эта хуйня, вия. По-украински. Хантик, скажи мне, как по-украински будет века. Я ебу, что ли, как по-украински века? Смотри в чат и скажи, как. Чат, как по-украински века? Повия? Нет, это. Вия? Это не то. Это не осудительно, что? Да не, все правильно ты сказал, Ром. Вия. А, ну тогда зрачок. Ну, века это типа же... Око. Ну, око это... Око это же глаз. Не, смотри, хрусталик, сетчатка это такое какое-то биологическое. Зрачок это типа, ну, всеми знакомое слово. А века, нахуя ее беречь, типа, если они и так выпадают? Зрачок, скорее всего. Нет, тут написано, что такое зеница ока. Ну, зрачок глаза. Ну ты посмотри выражение само беречь как зеницу ока. Ты веки бережешь? Нет, типа ты. Я думал, что немножко не так, как будто.
Ребята, у вас 65 секунд. Ебало, вольни, нахуй. Я уверен, что это не века, ну и типа, мне кажется, что это не сложные, типа, что-то типа хрусталика и сетчатки. Ну, типа, сетчатка глаза, это когда сканирует вроде вот, типа, весь вот этот круг. Хрусталик — это какая-то маленькая пиздюлька, которая внутри там за что-то отвечает. Мне кажется, это зрачок. Ну, зрачок. 45 типа, секунд, ребят. Я, ну, типа... Ну, давай, похуй, ебанем. Чё ты хочешь? Типа, люди же, знаешь, типа, когда человек слепнет, нет, у него полностью зрачок замутняется, понял? Нет, я думал, что беречь как зеницу ока, понял? То есть, типа, зеница ока — это что-то, короче, какая-то... Ну, блядь, ладно. Я думал, что зеница ока — это, типа, как, понял, беречь как, блядь, щит замка, нахуй. Или, блядь, крепость замка, понял? Что-то, типа, крепость замка. Ну, короче, блядь. Хуй его знает, блядь. Давай, не, беречь похуй. Как зеницу ока, типа, беречь. Чего ты хочешь? Давай, Ром. Ну, я не знаю, ну, можешь, я предлагаю зрачок, но мы можем раскидать на что-то. Да не, давай зрачок алын, ебать, ты её чувствуешь. Давай. Алыну? Да, алыну. Давай. Алын, да, долбоёб, ты нам если что вернёшь сейчас. А кто делает вот это сейчас? Охуеть, бля, ебать, чётко сейчас. Я записываю эти звучки. Бля, вот... Ром, вот, да? Вот всегда, вот ты был прав, вот всегда абсолютно, но Вадя, это... но Вадя и в этот раз был не прав, блядь, как обычно, поэтому фу, это зрачок, блядь. Ебать. Бля, честно, ты так неубедительно это сейчас говорил, типа, я понял, что мы правильно угадали. А я нет, я наоборот поверил. Так, я не помню, что сейчас, возможно, будет спецраунд для вас. Спецраунд? Вадь, ну, короче, на спецраундах откидывайся на кресло, я буду сам нахуй смотреть с этой стороны, блядь. Не-не-не-не-не, это изи, дядь. Я погнали просто дальше. Смеялся. Я просто думал, что будет супер как-то сложно, знаешь, типа, они будут телепортироваться там, ебать, я не знаю, нахуй. Будут смог кидать и проходить. Так нет, Хантик, наверное, не думал, что о, мы будем, типа, понял, что мы разделимся гениально так, блядь. Так, ребят, здесь вам тоже нужно будет разделиться. Давай. Кто-то должен будет, на экранах будет появляться буквы на каких-то телевизорах. На каких-то будут цифры. Так. Вы должны посчитать. А, что там посчитать надо сейчас? Что надо посчитать, братишка? Сейчас посмотрю, что надо посчитать. Посчитай наши деньги, блядь. Прибавь денег. Это спецраунд, где мы бабки зарабатываем? Да. То есть ты нам лям даст. Насыпь. Короче, кому-то надо посчитать цифры, кому-то буквы, да? Сейчас, подождите. Хантик. Да, вам нужно запомнить, сколько было букв и сумму... чисел, которые будет показываться на экране. Но я думаю, сумма... Подожди, а числа будут как, типа, появляться? Давай ты будешь буквы запоминать. Давай, ты будешь числа запоминать? Ну, сумма чисел, типа, то есть появляется 1, 2, и я должен, типа... Да, вот ты должен сложить. Так это калькулятор, Ром! Нельзя калькулятор, хуятор, блин. Мне посчитают. Я просто, главное, чтобы там такой... Ты уверен? Ну, надеюсь. Запоминай букву просто. Все, вы готовы? Давай. Так, ну у меня было 7, типа. Стоп, а это варианты? Да, это вариант ответа. То есть блять, это я первое вначале, это... чтобы ты понимал, я вначале подумал, что ему надо бы сейчас уравнение быстро считать. Не, понял, не. Типа? Первое это буквы, а второе это... Короче... Сумма чисел. Мне кажется, если бы я знал, что тут так легко быть, я бы то, блять, успел посчитать, нахуй. Не, вряд ли. Давай ты стартанешь. А Рома в курсе, что он тут? Ой, что его не слышно. А, бля, я мутился, короче, этот, чтобы, типа, вслух читать. Ну там вроде было... Сколько у тебя было? 7. А первая цифра это что? Первая цифра это количество... А, это просто вариант ответа. То есть 1, 2, 3, 4, то есть как по ячейкам. Ну, я насчитал 39 либо 40. Я запутался. Так. Это плохо, блядь, сука. 5 плюс 8 было. Это было... Погоди, 5 плюс 8... 12...
5 плюс 8 сколько? 5 плюс 8 13. Там 9 еще было. Я 5 плюс 8 посчитал, понял, это 12. Там было 5 плюс 8 плюс 6. Это 18. Что там было? Там 9 еще было. Короче, ну 27. Я 60 секунд. Я посчитал, короче, походу 5 плюс 8 это 12, я посчитал. И у меня вышло 30. А, 5 плюс 8 это 13, 19 плюс 9, 28. Там по-любому было 9. Какие еще цифры были? 5, 6 было. Это добавил уже. Или там... это короче, не, мне кажется, 39 там было. Ну, сука, ну я еблан, короче, блядь. Давай так, мы можем разделить просто две суммы и все, и мы 100% оставимся с деньгами. С 250. Я проебался, блядь. Давай Орел и Решку, слышишь? Ты доверяешь удаче? Ребят, 39, у вас 40, есть еще, давай. У вас есть еще подсказка чата. Не, нам нахуй не о, надо. Давай. Орел давай. И Решка. Орел и Решка. Так, Орел это что у нас, блядь? Вот это нахуй, клинок ебаный. Покажи, что другое. Решка это цифра. Пятерка? Пятерка это решка. Давай, поехали. Mm-hmm. Решка это 39, орел это 40. Орел, 40. Пикаем 40. Да. Все, я знаю, алыню на 40. Я, Иван, короче, я еще замутился, я вслух нахуй цифры считал, блядь. И я такой, так, 7 плюс 5, 12, потом я вторую цифру скипнул, прибавил третью, потом прибавил, блядь, вторую к этой, блядь, и у меня по итогу, типа... Да похуй. У меня вышло 30. Да он отдаст сейчас денег, если что. Охуел? А какой у него майн? 12 тысяч. Ну, блядь, повезло то, что у Вади выпал все-таки орел, потому что это правильный ответ. Хорошо, блядь! Бля, я не знаю, как просто так повезло, блядь, это пиздец. Это пиздец. Бля, ну красава. Да ладно, у нас 50 на 50 было, что ты, блядь, выебаешься, блядь, лох. Ебать, мы на 9 этаже, нахуй. У нас их 12 этажей, как вначале писалось, поэтому... Ну чё, погнали дальше? Ну чё, погнали, давай. Давай, брат. Культура или знаменитые умы? Ой, блядь, вот это... Бля, знаменитые умы, дядь, бомба же, вообще пиздец. Типа, кто сказал, и там будет Джейсон Стэтхэм, и мы выиграли. А культура это, типа, наверное, всякая архитектура, вот эта вся хуйня, типа, где находится... Давай знаменитые умы, либо кто написал, это халява ебаная. Давай. Давай. Вы точно уверены? Конечно. Где Гейб Ньюэлл работал до Valve? Apple, Microsoft, PayPal. PayPal вроде, а? Слышь, походу PayPal. Я слышал этот про этого смотрел фильм про сейчас. Ну, который умер, понял? Стив Джобс. Стив Джобс, да. Но там про Гейба ничего не говорили. Типа, а что, PayPal? Почему там должны были говорить? Типа, что... А, ну если бы он был в Apple, да, ты имеешь в виду, что говорили? Да. Смотри, мое предположение, что он работал в Microsoft, не знаю почему. Давай подумаем. Что такое PayPal вообще? Почему Гейб Ньюэлл... PayPal это платежная система зарубежная. А, так нахуй ему в PayPal работать? Ну, я думаю, что логично было бы, чтобы он работал в Microsoft, то есть он делал программы, там, типа, софт, всякую хуйню, а потом перешел и сделал Steam. Типа делал софт, Стоп, Гейб Ньюэлл сделал Steam? Да. Это правильно. Ну да. А я думал, вдруг я хуйню какую-то сказал. Погоди, он делал софт, а Micro он делал? Ну я выиграл в Microsoft, без рофлов. Ну, блядь, типа... Давай, ну я тут вообще не шарю, ну типа я уверен, что это не Apple просто. Да похуй, это что-то ошибка, поебать. Ну и логично чисто этот... А, там Microsoft пишется. Да это, ну, это просто ошибка. Давай, ну, давай Microsoft. Microsoft. Если что, он деньги отдаст, эти 500, похуй. Ты же отдашь? Нет. В смысле? Ну я за бонуску что? Вам добавлю сейчас за 100, соточку, ебать, и все. Соточку? Хватит. Ты охуел, лох ебаный? Ну ладно, хорошо, 150. Добавь нормально. Нет, это бонуски, блядь, это хуевая бонуска, блядь. Да охуел, это блядь, тебе вообще повезло, блядь. Чел, как ты могла? Мы 500 въебали, у нас 500 ставка, блядь, алло, долбоёб. Хорошо, 200, все, 200, блядь. 250. Пошел в пизду, все, пошел в пизду. Хотя бы половина, чел. Пошел в пизду. Она на прошлое дала минус. Блядь. Пошел в пизду! Знаешь, почему он сейчас выебывается? Потому что мы выбрали Microsoft, а это, скорее всего, правильно. Потому что если было бы неправильно, он бы добавил 50 и похуй, да, бы сгорело. Давай, Microsoft пикай, блядь. Давай, алыню?
Мы тебя прочитали. Алин, конечно, Алин, блядь, давай. Можешь чисто себе соточку на PayPal скинуть. Стоп, а ты уверен, что в Apple он не был? Ну да, да, но я говорю, я смотрел этот фильм. Ну слушай, мне кажется, если бы это был Гейб Ньюэлл, который держит самую популярную игру, блядь, вторую нахуй такую же, то про него бы сказали точно в документалке, что он там работал, типа, и был кикнут как лох. Ну хз. Это же, ты же смотрел фильм про Стива Джобса? Там дохуя, типа, неймдропа было. Бля, ну я хуй знает, этот, блядь, уёбок читает меня полностью, блядь, да, это правильный ответ. Красава! После отчисления из Гарвардского университета Ньюэлл проработал 13 лет в Microsoft, став в конечном счете миллионером. Ньюэлл сам себя называет продюсером первых трех выпусков Windows. Да нет, по сути это логично было. Ну согласись, мы же пришли к логике к этому, к этой хуйне. Так я вам ничего не говорю. Ничего не говорю. Ну, типа, Apple, я хуй знает. Я бы вообще не думал на Apple. А вот с PayPal я бы мешкался, потому что я ничего бы не знал про PayPal. Поэтому... Ну, тут просто более логично, что он, типа, был Windows, потому что он делал софт, по сути. А и потом он перешел, типа, сделал софт для игр. Ну, да, давай, давай. Хорошо, давай, ребят, поздравляю. 700 тысяч у вас есть, уёбки, блять. Должно было быть 500 вообще. Добавь еще 50. Пошел да, нахуй. Переходим к 10 этажу. На тебя можно вообще на шоу смотреть? Не надо, блядь, это у меня ебало палец, походу, вечно. Не, почему? А как? Зрительный контакт же. Хуяк, блядь. Давай дальше. Короче, хейтер какой-то, кажется, общаться. Так, что-то запоминать опять, да? Да, тут нужно запоминать, тут предельно все легко. В жидкостях будут постепенно взбултыхиваться вот эти вот жидкости, блядь. И вы должны запомнить, в каком порядке это все происходило. Вы готовы? Да. А, уебище ты ебаная. Красный. Раз, три, два, четыре. Раз, три, два, четыре, по-любому. Что? Нет, это видишь сверху цвета. Так нет, подожди, смотри. Раз, то есть один, три, два, четыре были. То есть был зеленый, розовый. Желтый, это... зеленый, синий. Зеленый, красный, желтый был. Зеленый. Зеленый был потом. Их два, как раз смотри, как раз два. Понял? Потому что зеленый. Они правильные между ними. Потом. Зеленый, красный, желтый, да. Погоди, их три. Зеленый, красный. Какой желтый. Был последний? Последний, если я не ошибаюсь, был синий. Последний синий был 100%. Все. А перед значит, синим был зеленый. Все, и... там, понимаешь, смотри. Тут у нас нет. Подожди. У нас всего два варианта, смотри. Зеленый, красный, желтый, синий, да, только в двух вариантах. Они специально сделаны два одинаковые сначала, чтобы нас типа запутать, понял? Потом идет красный, потом идет зеленый и синий, мы на него не смотрим. Главное, что последний. Последний, по-моему, был синий. Значит, надо четвертый вариант брать. Последний синий, да. Я четвертый. Я точно помню, что последний синий. Зеленый, красный, желтый, синий был. Последний точно был синий, перед ним был зеленый. Вот все, значит, этот... синий. Значит, последний вариант. Да. Ой, предпоследний. Третий. Насыпай, малой. Давай, вы фу. Уверены, что это третий вариант? 100%, да. Вы можете разделить как-то. Давай, да похуй нам, блядь, разделить. Накинь нам денег. Ребята, у вас остался один бонусный раунд, поэтому я не смогу вам потом много накинуть. Да, давай. Хорошо. Давай, фул. В смысле, если мы сейчас все въебем, то у нас не будет бонусного раунда. А, или это бонусный раунд? Ты уверен, что синий был последний, да? Да. Канди, какая ты думаешь, синий был последний? Я ничего не буду говорить. Значит, подожди, нажимай кнопку. Так все, денег уже нельзя перекинуть. Ладно. На синий 100% был последний. Бля, ну поздравляю вас, уёбки. Ну что это, блядь, я не знаю, это пиздец. Заебись, придумал скам-шоу, блядь, на котором скамят просто меня с первого же выпуска, блядь. Вообще без рофлов, без рофлов. Хантик, ты должен понимать, что, типа, ну, люди, которые это посмотрят, и которых ты в следующий раз позовешь, это пройдут вообще без какой-либо проблемы. Давай, ты чё гонишь, мы же... Всё это будет... Или это всё будет меняться абсолютно. Не, может, какие-то раунды мы будем оставлять и просто, ну, чередовать, типа, но, естественно, будут ещё другие придумываться, конечно. Шаришь бонус с зябчиками, она, типа, очень лёгкая, блядь, ну, у нас просто человек сиялся, блядь. Бонус с зябчиками нахуй надо брать, но это, типа, фри бабки, типа. Ну, разве... Не, ребят, ну все, это же пилотный давай выпуск, дальше, ребят, давай. Это же для этого делается, чтобы все потом доработать. Ну, просто я типа говорю, что тут типа вот сами квесты, пиздец, какие легкие. Не, Вать, я понимаю, ну как раз, я же ничего не говорю. Ну... Не, слушай, ну с кирпичами было интересно, типа мы же порассуждали логично, там не было так легко прям.
Слышь, вернись на прошлый этаж, бабок докинь. Да охуел? Подожди, а ты почему не докинул? Это бонусный раунд. Ну, блядь, у вас и так много денег, блядь. Давай докидывай, ёпта. Нет, все, да хватит, блядь. Хватит, да все, у вас и так много. Докидывай до миллиона. Быстро. Докидывай до миллиона. Докидывай до миллиона. Да, кит, да, кит, да, кит, да, кит, да, кит, но не до миллиона, не до миллиона, 900 как. Алло, мы две бонуски прошли легко, докидывай до миллиона, да, кит, да, вы чё, уёбки, блядь? Кит, ты на ней накинул на первые бонуски, когда у нас был миллион, ты сказал, я просто не буду накидывать, просто захуя это где? У нас первая бонуска, ты нас наебал? Нет, нет, ребята, у вас всего миллион, у вас не умножается сумма. Типа, если первые бонуски вы неправильно ответили, ой, правильно ответили, вы бы увеличили. Это твои проблемы, у нас умножается, долбоёб. Ой, ёбки, бля. Стоп, три, ты видишь, три. Так. Да, ребят, теперь у вас... Подожди, стой, не нажимай кнопку. Так, не нажимай кнопку. Так, тут что-то будет связано со спортом, чувствую. Надо, я думаю, надо подкорректировать сумму за бонуски, а то это пиздец, скам ебаный. Тут будет что-то связано со спортом, как будто. И с... А я думаю, знаешь, что я думаю? Со странами, возможно. Я думаю, растения будут какие-то, что-то такое. Давай, автомобиль нажимай. Возможно, да. Но вот со спортом, спорт, автомобиль, либо футбол, либо что-то такое. Вот, нажми категории, покажи категории. Музыка или фрукты, ребят. Почти. Дядь, ну, скорее всего, фрукты это будет изи. Ну, я шарю в овощах, я в таком складе, что приходится, но фрукты нет. Что ты думаешь, что будет изи? Музыка? Я думаю, что фрукты будут изи, потому что будет какой-то, блядь, знаешь, типа... Таиландский фрукт какой-то, блядь, который, который легко будет угадать. И как музыка, я тоже думаю, может быть, халява какая-то, блядь. Вадь, как выглядит папайя? Я знаю, что ее хавал чел, ебать. Ребят, давайте... Папайи хавал шпинат. Вот, Вадь, вот к чему у тебя больше душа лежит, Вадь? Бля, ну я бы музыку ебнул. А чё ты нам посоветуешь вообще, Хантик? Я? Да. По фруктам и прошелся. Пикай музыку. Не, так, ну блядь, уже. Пикай фрукты. Фрукты думаешь? Да, пикай фрукты. Так ты же хотел музыку. Да не, давай фрукты, похуй. Давай. Угарнем. Хорошо, ребят, фрукты. Угарнем. Сейчас опять полный балл. Как еще называют киви? Японская слива, азиатская груша, китайский крыжовник. Китайский крыжовник. Ты уверен? Мне кажется, да. А я вообще не уверен. Не, я сразу этот, мне душа лежала к первому. Думайте, ребят, думайте. У вас 3 я минуты. Я честно, вообще не понимаю. Это не очень много. Как ты скажешь, но я хочу улынить. Может, ты как-то прийти логически как-то. Типа на одно хочу ебашить. Смотри, азиатская груша. Азиатская груша звучит, ну, типа вообще не звучит. Тут звучит китайский крыжовник и японская слива. Вот японская слива я вообще не как будто слышал. Но китайский крыжовник тоже. Что такое крыжовник? С ним чай пьют, я знаю. Есть такая хуйня, да? Это типа Хантик. Не... Да. Ребят, если что, все... Марк, что такое крыжовник? Если что, все эти названия, и китайский крыжовник, азиатская груша, японская слива, все эти названия существуют. Ты можешь мне сказать, как крыжовник будет по-украински? Я в душе не ебу. Ну спроси у чат. Как будет крыжовник по-украински? Так и будет. Крыжовник, я думаю. Бля, я боюсь, Агрус пишет. Агрус, а знаешь... Агрус это я, блядь. Агрус, знаешь, что такое агрус? Это, короче, такая ягода зеленая, понял? Так что может быть вполне третья. Слива, она фиолетовая, когда не спелая, она... Какая она, желтая. Груша, но... Да, груша груша мне очень нравится. Подожди, стоп! Подожди! Кстати, вот груша... Она типа... подожди. Стоп, а киви чем... Чем он мягче, чем он вкуснее же, да? Я просто ненавижу киви. Мягкие. Нет, мне кажется, нет. Хуй знает. Не, ну мне кажется, да, походу крыжовник. Крыжовник это типа, у нас, ну ты знаешь, как крыжовник выглядит, да? Это типа агрус. Ну такая, понял, не такая знаю, зеленая. Агрус, типа, я знаю, крыжовник. Мини арбузик. Я говорю, я бы пикнул китайский. Ребята, у вас есть еще подсказка? Давай. О, какая у нас подсказка есть? У вас есть подсказка чата. Так давай чат юзнем. Или может нет, слышишь, может нет, мне кажется, это легко. Ну типа слива, ну не может быть, но каким образом... А ты нам деньги не вернешь, да? Погоди. Ну, блять, с подсказкой чата, если давай вы отвечаете, то нет. Давай нет, нет, сейчас ты же говоришь, что у нас есть одно право на жизнь. Да, у вас есть одно право на жизнь, а оно у вас здесь вот абсолютно до конца игры, кроме последнего раунда. Потому что иначе, ну, иначе это бессмысленно. Крыжовник.
китайский крыжовник. Да, но типа слива, она же типа. Вы будете использовать подсказку? Японская слива. Ребят, 20 блядь. Секунд. Я да. Нет, мой крыжовник. Китайский крыжовник. Улын. Блять, а ты понимаешь, что ты, если позовешь, например, Кихандика либо Дмитрия Ликса, им не нужна, ну, типа, вот это подсказки. Они смотреть так в чат, типа. Кихантика или Дмитрий Ликса говорит. Не, он Гуакамоле. Марка, Гуакамоле, Марка. Бля, ну это. Я смотрю на него. Он так улыбается, ну, типа, чуть-чуть странно, как будто мы вроде нашли мафию, но и. Уёбки ебаные. Сами растения представляют собой крупные древовидные лианы, родом из Китая, поэтому киви иногда называют китайским крыжовником. Бля, я не знаю, как они это делают, блядь. Нахуй даже подсказки не нужны. Это какой этаж? Это вы сейчас зашли до 12 этажа уже. 15 этаж — это финал, да? Да, 15 этаж — это финал. Там, естественно, не работает то, что вам вернется сумма, но это бессмысленно иначе. Типа вернется сумма. Ну то есть, типа, если вы проиграли. Так одна жизнь. Ну да. Просто... Нет, ну Вать, ну блять, в последнем раунде это, естественно, убирается. Это же бессмысленно. Можно. Мы сейчас заезжали и заехали на 13-й этаж. Потом пикаешь. Там 4 варианта. Сделай, значит, в 15-м. У него в финале типа 2 варианта есть. Сделай в финале, чтобы было там 5 вариантов, например. Чтобы была эта жизнь. Не. Ладно, все, похуй, я просто. Вать, Марк, мы на каком этаже сейчас? Вы на 12-м этаже. В 12-м сейчас будем или мы едем? Вот, вы на 12. Все, я давай. Нажимаю, давайте. Давай. Ой, мы что-то на крыше, слышишь, мне страшно. Ребят, сейчас у вас будут пролетать машины, и вы должны внимательно обратить внимание на кое-какую часть машины. Все. Какую? Блять, ну, на номер вы должны обратить внимание. Заебок. Сука, блять. Позвал двух уёбков. Не обязательно было говорить на самом деле. Тогда ты мог не говорить. Да нет, на самом деле, ну вообще по правилам я должен это все объяснять. Я думал, просто его так. За чего охуел? Ну думал, бля, мало ли заскамить уёбков. Ладно, все, вы готовы? Машины будут пролетать быстро, поэтому следите внимательно. Точно готовы? Быстро прям пиздец. Да, очень шустро. Обращать внимание. И что дальше? Ты нам все сказал, точно? Все, давайте. Раз, два, три. MX-300 был и HX-300. Там, где HX-300 было 414, а MX-300, блядь. Это нам надо два номера сказать, да? Да. Ой, блядь. Ты уверен, что два? Да, два номера должен. Короче, смотри, там, где HX-300, там было 14... Смотри, я могу в GeForce Experience сейчас... Да нихуя ты не можешь! Нет! Нет! MX-300 было 413... Чтоб ты понимал, я ждал какого-то еще подвоха, что еще что-то должно произойти. А не просто стоп. На номер смотреть. А, погоди, так стоп! Я думал, что нам надо выбрать из всех номеров два варианта. То есть первые два — это первый вариант, второй. А, ебать! Так это хуйня, погоди. MX-300, 413 HL было, а там было 414 и три буквы. Это первый. Нам нужно два варианта пикнуть, да? Не, один вариант. Один? Это. Марк, один пикнуть или два? Один вариант. У вас. А, погоди, стоп! У нас чел, смотри, у нас точно не первый, не четвертый, они, походу, одинаковые. Всего это. Посмотри! Первый и четвертый вариант сравни. А, да, кстати. Они одинаковые. Вот. Так. Третий вариант. Второй вариант у нас одинаковый. Нет, посмотри, первый вариант — это первые два номера, понял? Второй вариант — это вторые два номера, сверху вниз. Понял? Mm-mm. Смотри, короче, смотри. Да, я скажу. У нас время идет. Ребят, я прочитал то, что одинаковые, но я говорил то, что могут быть загвоздки какие-то. Да, типа. Смотри, первый вариант с четвертым, они одинаковые. Это походу, же тестовое шоу. Походу, нахуй сегодня. А МК не было, и МХ было, МК не было точно. Это МХ, HX, это второй вариант. Это второй вариант. Там было две, там было три. Да. А там одинаковое еще фул. Да. Марк, ну извини, ну мы сегодня тебя скамим, получается, блядь. На какой вариант вы алыните? Второй. На второй. Точно вы не хотите что-то, может, несколько ячеек выбрать? Марк, что ты... Ну да, наверное, первую и четвертую выбери. Не, ну серьезно, ребят.
Блядь. Да не, ну, ставь второй. Не, не, давай второй ебашь. Хорошо. Это случайно получилось, Марк? Не, дядь. Да, вот, наверное, вообще, случайно. Я вообще отвратительно сейчас сыграл. Я говорю, типа, я ждал что-то, что будет такое жесткое. Ебать, деньги попадали нахуй. Долбоёб, деньги. Я ждал, что что-то еще, короче, нужно смотреть. Я просто отвлекся от этого всего. Он спиздил деньги. Там первая точно две была. Запрыгнут обратно? Ребят, ну... Я не могу с ними ничего сделать. Хорошо. Ебать, оно так загорелось красным, потому что мы проебали, блядь. Не, деньги, я не могу с ними ничего сделать. Марк, ну можешь какую-то пользу принести? Сгоняй денежку, принеси. Блядь, и как после этого называть скамом нахуй? Вот объясните. Пиздец. Марк, скамишь? У тебя, блядь, у Димана нахуй в вопросах ошибки, блядь, вот это скам нахуй. А у тебя, блядь, пиздец, все заебись. У тебя в ответах этот, блядь, два ответа одинаковые. Ну ничего, такое бывает. Ну, блядь, ничего. Все, да, ребят, 13 этаж. Какой давайте онлайн, не будем задерживаться, погнали. Три ячейки все так же. Категории. Индустрия кино или мультики? Дядь, мультики. Ну это дядь, мультики, 100%, да. Мультики, блядь. У нас еще одна подсказка чата, прикинись, на два раунда. То есть да. Не, наверное, на последнем не будет работать. Но на последнем не работает. Короче, тут... Ладно, похуй, я не у нас два до финала, понял? А может, индустрия кино попробуем? Ну, бля, мультики мне кажется, мультики. Да, давай да, мультики, да. Мультики интереснее. Давай. Я мультики присмотрел, типа, почти все новые почти смотрел. Хорошо, я выбираю мультики. Тут должна была быть картинка, Билли. Но, к сожалению, не получилось. Это Билли, Вилли и Дилли из мультсериала «Утиная история». Кто из них носит одежду красного цвета? Блять, там, знаешь, там что, там была какая-то логика. Ну тут, по сути, короче, картинка даже не нужна, по сути. Там была какая-то логика, сука, я не помню. То ли первая буква это был цвет, я не помню. Может, они были как флаг Российской Федерации, типа это белый, красный-синий? Нет, нет, нет. Там зеленый, синий и красный. Я не знаю, что это. Я смотрел этот мультик, я типа все серии смотрел, но я даже не знаю, кто. Нам придется подсказку чата брать, а то это чилит. Погоди, давай просто какую-то логику поищем. Билли, Вилли, Дилли. То есть первая буква какие-то цвета может. Green, может быть, blue. B, Билли это blue. Вилли это white какой-то. Так, а Дилли это... Так green и этот, и red должен быть. Нет, это не подходит. Да, тогда не подходит, блядь. Там, блядь, вообще BVD нахуй. Ну, типа нам надо, блядь, этот... Будет подсказку чата брать. Бля, точно в буквах что-то. А может это как вот эта RGB тема? Типа понял? RGB. Не, так почему-то. Ну, блять. Не знаю. Не, ну тут нет, там 100% надо этот брать подсказку чата. Они уже, надеюсь, загуглили это все. Тильт. Тильт, блять. Ну сука, ну как это нахуй? Очень тут? Сложно, ну тут нельзя, пиздец. Нельзя знать. Если бы была подсказка, а короче, какая-то понял, логика, если хантик. Была бы картинка, если так. Была бы картинка, и их мультики постоянно называли Билли, Вилли, Дилли, то есть, и первый бы, скорее всего, кто стоял на этом, был бы Билли, а второй Вилли, а третий Дилли. Дай они нам картинку, на. Я не могу дать картинку, но, почему? Ну, из-за этого, ну, там проблема была просто при рендеринге шоу. А ну, скинуть там куда ты можешь? Красный по-любому не первый. Ребят, а вы вам картинка красный вообще не ничего. Ребят, картинка а хорошо, скажи, вам какой, вообще ничего не даст. Слева а какие они стоит? Цвета? Нет, какие они цвета вообще? Красный, синий и зеленый. Скажи нам, слышь, скажи нам на картинке, кто стоит первый, второй и третий. Слева направо. Можешь сказать? Нет. Почему? Ты нас скамишь на картинку? А все, блять, а все, это вы. Да это Марк! Ты понимаешь, что это нужно прям знать? Я, например, не знаю, как, что такое утиные истории вообще. А какую тут логику? Ребят, по сути, вот если я вам показал картинку, у вас были бы абсолютно три одинаковых утенка. Они близнецы. Они носили одежду только из-за того, чтобы их различать могли. Я тебе говорю, что я смотрел весь мультик, там их назвали Билли, Вилли и Дилли. То есть всегда типа... Первый, хорошо. То есть... Первый шел Билли, второй шел Вилли, третий шел Дилли. Ты вот, долбоёб! Скажи мне цвета футбола слева направо, которые были. Сейчас, по-моему, красный, синий, зеленый. Красный, синий, зеленый. Да, красный, короче, синий, смотри, зеленый. Мы берем подсказку чата, но получается красный был бы Билли, синий был бы Вилли, а зеленый Дилли. Но берем подсказку так он чата. Он сейчас сам сказал, что красный ну, это Билли. В чем прикол? Ну это моя логика, понял? Она не может, ну может не, быть. Не, Крантик сказал. В смысле, что я сказал? Что? Не, он сказал цвета типа, я сказал, которые идут. Красный, синий, зеленый. Короче, берем подсказку чата.
Хорошо. Я не понял, блядь, что били красный получается, блядь. Ну, мне тоже, ну, посмотри, моя логика была такая, погоди. Нет, Вать, Вать, я говорю то, что... Да, он просто перечислил, Вать, смотри. Я просто... перечислил цвета футболок. И, типа, их мультики всегда называли, понял? Били, Вилли, Дили. И а может быть, что они, типа, как по цветам, типа, знаешь, вот... Красный это последний. Ребят, у вас время вышло, вы... Зеленый это первый, синий посередине. Ребят, у вас вышло время. Вы либо используете подсказку, либо сейчас даете ответ. Подсказку, подсказку чата, но я говорю, хорошо, подсказка красный чата будет. Мне кажется, Дили тогда красный, что он последний. Подсказку типа, чата вы берете, можете открывать чат. Модерс спамят 2, значит, это точно не 2. Но они спамят 2 с троллфейсом. Ну, типа, это не 2. Блядь, а что за хуйня? Почему все работяги... Работяги. Ну, Лерон пишет один. Типа, Лерон, я не думаю, что нас бы заскамило. Ну, все, этом... ребят, закрывайте чат. Закрывайте чат. Ты ее кикнешь, да, если что? Закрывайте чат, ребят. Ну, Лерон бы нас не обманула точно. Блять, ну там просто, чтобы ты понимал, Марк, твой обоссанный модер, блядь, заспамил весь чат нахуй двоечкой, блядь, и работяг чисто не видно было. Не, ну, мы же открываем чат, как раз кто там пишет. Да, ребята, это же, Ром, ты знаешь, как говорю, раньше Лерон, у Димана я было, говорю, это Лерон, пиздец она, вообще. Она, типа, точно бы не наебала. Не, просто я, типа, открыл чат там, нахуй, просто... Давай да Билли, не, ну, Билли. Это же чат, это, Ром, это же специально. Да Билли самое логичное, что он, типа, красный ребят, был, все, как ты вначале какой? Говорил. Как ты вначале говорил. Вы можете говорил, разделить, да? Если не уверены в чем-то. Ты даже говорил, по цветам они, как красный, зеленый, синий, он так даже называл. Красный, зеленый, синий. Не, я понял, я, типа, должна была быть картинка, и... Давай, типа, и моя логика была в том, красный, что они бы слева Билли направо... Красный, он нам вернет миллион, у нас есть ошибка, понимаешь? Давай, давай. Типа, мы все равно... Ну, давай, ну, короче, давай. Билли. Фу, лям. Поебать, я Лерон верю. Причем она очень умная, я проводил свою игру, я охуел, она все знает, блядь. Ну, если чё, если чё... Все правильно, это я неправильный ответ тут поставил. Это тут ошибочка. Тут все правильно, вы ответили Билли, это правильный ответ, ребят. Все правильно, все правильно, все правильно. Это просто я не тот ответ пометил. Это не я тот ответ. Плакал и бы кричал. Там все правильно, ребят. Если что, кстати, я бисексу никогда в жизни больше не пиццу, ни суши не куплю, блять. А что такое? Он писал 3, чтоб ты понимал. Там по чату было понятно. Ты понимаешь, там по чату даже было понятно, что. А у меня я не мог правильно. Я открываю 3. А модер хуесос пишет 2. Я открывал хантик, пизди. Не-не-не, все правильно, все правильно, все правильно. Я открываю чат. Это просто я ошибся. Я просто вижу, типа, у меня чат подвисает из-за того, что, наверное, много спамит. У меня просто все сообщения, блядь, в модере, блядь, с троллфейсом, нахуй. Ребят. С троллфейсом 2. Ребят. А бисексуал 3, значит, точно не 2. Ребят. А что тут надо делать? Это очень легкий раунд, у вас будут появляться ячейки с крестиками и ноликами. Вы должны запомнить, какая была последовательность и выбрать, соответственно. Бля, это нихуя не легкий, это был сложный в прошлый раз. Готовы? Чего надо? Давай я крестики запоминаю, ты нолики. Так нет, в смысле, они будут типа крестик, нолик, крестик, нолик, крестик, нолик. Нам придется по слотам запоминать. Просто запоминаем, тут один из нас точно запомнит. Давай. Готовы? Да. Давай. Да, давай. Нолик, крестик, нолик. Смотри, нолик, крестик, нолик. Это второй вариант, второй вариант. Крестик был. Второй вариант, второй вариант, 100%. На третий. Стоп! Нет! Подожди! Стоп! Да, стоп! Да, Вать, на последнем ряду было XX, типа. Нет! Стой! Да. Это четвёртый... Подожди, XX было 0? А да, я видел X00. Нет, XX 0 было. Второй вариант. Там, типа, первый... Я проебался с первым, потому что там было, типа, понял? То ли 0X0, либо подожди, X0, смотри, брат, второй вариант никак не может быть. Потому, смотри, ему надо как-то нас запутывать. Нам надо как-то нас запутать. Стоп, то есть, смотри, первое, второе должно быть одинаковое, чтобы ему нас запутать. Первый вариант 0X0, X0X. Погоди, и потом четвертый погоди, вариант 0X0. Не, Вать, 100%, короче, тут какая-то ошибка у Марка, потому что третий ряд было точно XX, типа 0. А тут, а второй и первый, они были через один шли, а во втором варианте... Марк, ты можешь посмотреть просто, есть ли у тебя ошибка в этом? Да, сейчас я спрошу. Сейчас потому я что знаю. Смотри, ну я тебе говорю так, смотри, там было 0x0, потом x0x было, то есть типа было x0x, тут таких два варианта, тут их два варианта, чтобы нас запутать. В последнем 100% 2x было, в последнем 100% 2x было, это я помню. И понял? Но тут... Да, ребят, тут ошибка написали. Второй вариант, да? Тут ошибка, да, тут правильный второй вариант.
Но там было во втором X0X. Да, да, да. Давай, тут понял? Ошибка просто. Тут просто ошибка. В третьем я 100% запомнил. Что нас наебал, да, нахуй? 2X0. Бля, давай, я так начинаю тильтовать из-за такого, но... Какая разница? Типа, мы все равно бы ответили правильно. Не, мы еще твою ошибку, ёпту, нашли, бля. Я учительница, бля, проверила домашку, не выполнил. Какая разница, блядь? Миллион этих ошибок на этих ебаных шоу, блядь. Да, ничего страшного. Мы делаем шоу, блядь, для телевидения. Ладно, мы ребят. Мы делаем для кайфа, эжи, блядь. Ребят, вы перешли к финалу, к финальному этажу. У вас, соответственно, сейчас будет две ячейки. На одну ячейку вы должны алынить, у вас уже не будет никакого разделения. Орел и Решка сработает? Да, давай ебать. Давай доверимся удаче. Давайте перейдем. А, не будем дать пизду. Давай, брат. Бля, охуеть. Честно... Спасибо за ноль. Спасибо за ноль. Хуесос. Ебать, нас дал славу нахуй. Блять, ну ты понимаешь, мы сейчас просто... Бля, вы дошли с лямом. Лево ничего, нахуй. Лям рублей, ёбаных зелёных. Прикинь, сути... Хандик будет бля, работать год давай, бесплатно. Подожди, стоп. Я говорил, футбол будет, нахуй. Я знал, что спорт будет. Марк. Да. Ой, Марк, говорю, блядь. Этот, блядь, как тебя второй? Рома. Ром, давай смотри. Ром, давай так. Ты пикаешь вариант, а ты пикаешь категорию, а я пикаю ответ сразу префайером. Нет. Да ты такой, нет, давай... Блядь, понял? Он, сука, оставил такие чисто, чтобы было сложно нахуй размышлять. Ну, ты, типа, у нас никто не шарит в футбол, но в писателях, ну, там... Давай, футбол, изи, ответим. Давай, там будет вопрос про Марадону, я тебе говорю, нахуй. Давай. Год, в котором Марадона забил рукой, я не знаю. Конечно, давай. Может, всё-таки писатели? Ну, я бы тоже писателя пикнул, на самом деле. Не, ну, футбол, я тебе говорю, давай, футбол, похуй, да, мы, да. Блядь, Украина сейчас одна из лучших в футболе. Все, я выбираю точно футбол. Ты видел, как они себя показали, блядь? Да. Футбол, нахуй, мы жесткие в футболе. Типа, понял, тут будет вопрос с подъебом каким-то жестким, но... Хорошо, ребят, погнали. Не, брат. Смотри, единственная футбол... страна, участвующаяся во всех чемпионатах мира по футболу, Англия или Бразилия? А, Бразилия. Уверен? Хотя, подожди. Ну, блядь, знаешь, типа, английский футбол, типа, пиздец. Смотри, а в Англии, по-моему, в Англии же появился футбол, правильно? Возможно, может, там в первом Бразилия не участвовала? Бля, ну, по-моему, без рофлов, говори, я где-то читал прям это, сука. Ну, у меня первая, типа, мысль пришла Бразилия, ну, чисто потому, что, типа, понял, там, мировые звезды, вот это все. Но Англия, с другой стороны, она, этот, типа, ну, подожди, тоже... футбол же появился в Англии, правильно? Бля, я не знаю, у меня либо Португалия, либо Бразилия, чемпионат либо Англия. Чемпионат мира по футболу, типа, по-моему, за родителем футбола была Англия. Значит, у них... А, подожди, так у них мог не быть чемпионат мира. Блядь, какая разница, где появился футбол, если, например... я и говорю, да. Какой чемпионат мира появился бы, если бы он был только в Англии? Это, типа, ну, так не работает. Ну, сука. Ну, я говорю, а мне кажется, Бразилия. Да, блядь, понял? Тут, сука, такой подъёб будет, я тебе клянусь, нахуй. Типа, что все пикнут что-то такое, а там, кажется, наоборот, другое. Ну... Типа, мне тоже сразу брать. Сейчас, ребят, я объясню. Короче, у вас, по сути, да, у вас остается еще одна подсказка. Но, типа, я просто... У меня проблема в том, что я долбоеб ебаный. Я, типа, ну, у себя в голове не продумал, как вообще решать с подсказками. Типа, я... Для меня было видение то, что, ну, в последнем раунде никакие подсказки ни к чему не применяются. Потому что это последний раунд, соответственно, это финал. То есть там ничего не работает. И я бы, ну, типа... Соответственно, я... Поскольку это пилот, я ничего не буду говорить. Если вы хотите взять подсказку, юзайте. Мы не хотим завязать подсказку. Блять, сука, знаешь, самое обидное, я бы сейчас, если был бы в фильме вот этом, ебать, как там нахуй, где таблетку хавали, блять, и он все помнил, все, что он, сука, я еще читал, блять, матрица, там, сука, прям, вот как будто, это, знаешь, это как будто вопрос с Википедии, нахуй, единственная страна, участвует во всех чемпионатах мира, блять. Тут нет дефолтного ответа, как ты говоришь, все бы ответили один вариант. Типа, тут нет дефолтного. Причем, знаешь, самое смешное, это финал. А для чата, блядь, мне кажется, это просто самый нахуй язычный вопрос, блядь. Ну, скорее всего. Ну, я говорю, просто когда мы с Марком, типа, сидели, он показывал демки своего шоу, там был другой очевидный вопрос. Но там он был, типа, с подъебом такой. Но хотя там и тут и вопрос не выглядит как с подъебом. Там он единственная выглядел. Страна, участвующая во всех чемпионатах мира по футболу. 30 секунд, ребят. Сейчас, мы потянем тебе время еще, блядь. Ехать надо на что, где, когда еще, блядь. Да похуй. Опоздаешь. Марк, брат, Марк, ты сейчас довоебаешься, мы по 500 кинем просто. Ну что?
Давай. Бро, давай Орел и Решка, ну ебать. Не, да, да похуй, давай Бразилию, пойдем. Пойдем в Бразилию. Подожди, а давай что считает Орел и Решка? Орел, Орел это Бразилия, Англия это Решка, давай. Решка, блядь, Англия, нахуй. Англия зародитель футбола, блядь. А Бразилия, мне кажется, была на всех чемпионатах. Ну что, ребят? Давай Бразилия, брат. Давай, типа, как говорит Гин, первая мысль от Божки, блядь. Да, давай, всё, давай Бразилия, похуй. Я чувствую, что мы въебали. Давай. Я тоже. Когда он так деньги уверенно сыпет, я чувствую... А нет, тихо, слышишь, что-то помедленнее сыпет, блядь. Либо время тянет чертяга, либо не хочет отдавать. Сука, это такой язычный вопрос. Это пизда, блядь. Я точно это читал, блядь. Вадим. Да, брат. Ты же знаешь, что Англия, это где зародился... А все, мы выиграли, Вадим, где зародился вообще футбол. Все, мы выиграли. Мы выиграли, Ваня, мы выиграли! Но Бразилия — это единственная страна, участвовала. Вот все, такая подводка. Но Бразилия — это единственная страна, которая участвовала... Блядь, я так же в интернете читал. Мак, твоя подводка просто с первых слов мы поняли, я понял, что мы выиграли. Красава! Бля, я теперь понял, что, бля, вот когда я делал сложные вопросы, мне надо было их нахуй оставлять, потому что, ну, намного легче. Нет, это интересно, интересно. Бля, ребят, ну как вам вообще? Охуенно. Слушай, ну, типа... Прикольный. Именно по визуалу. На карту. По 500 это, тысяч на карту, брат. Это вообще лучше, да. То есть мы пришли в игре по полляма баксов, рублей, но так скажу, честно тебе скажу, здесь вопросы довольно легкие, и квесты очень легкие. Да, да, да. Блять, тебе, вот я без рофла говорю, когда ты будешь звать некоторых личностей, тебе надо прям нахуй все закрывать, чтобы у них вообще доступа не было, банить их там в чате, потому что, ну, типа, это пиздец. Да-да-да, я согласен. Ну, в следующие разы, конечно, мы будем и фиксить и спецраунды, чтобы было не так просто, и вопросы более... сложнее по-любому. Да-да-да, конечно. Сложнее. Ну, Вадь, Вадь, согласись, ну на то это и тест-шоу, чтобы охуенно, знаешь, потом да, узнать да. доработки все. Бля, Марк, визуал прикольный. Марк, смотри. А. Этот, ну, мы, очевидно, себе денег, думаю, не будем брать, ну, как минимум я. Чел но пишет. Твой чел должен этот сделать, блядь, вот этот аллея славы, когда ты заходишь, нахуй, там мы должны сделать. Да, да. Победители, ёпта. Типа, что мы первые? Да. Чел пишет, ну ты не закрыл чат, читал. Да, ребят, это без проблем он может сделать. Бля. Вот в этом последнем финальном раунде вы вполне можете стоять чисто, на типа, статуях. Понял? Это спокойно он может сделать. Супер чемпионы, типа, блядь, прошли нахуй со всем баликом, блядь. Бля, ну... Не, да похуй, заебись. Ну, я говорю, ну прикольно, визуал прикольный. Визуал очень прикольный. Ой, батя, он нормально, бля, смотрит нахуй. Хантик, вот это вообще... Да, я надеюсь, вам понравилось, потому что... А тебе понравилось самому Хантику? Бля, да конечно, нравится. Ну, типа, я даже еще из-за ошибок не особо как-то тильтую. Ну, типа, ошибки это везде всегда, блядь, без них никуда. Да похуй вообще. А так? Бля, ну, кстати, скажу, вот без рофлов... Время пиздец как быстро прошло. Хотя ты меня бесил первые 30 минут. Хотя вообще прям. Короче, как-то так. Как-то так. Красава, Марк. Все, там чисто понял, и табличка под нами такой, типа. Можно просто реально таблички делать. Кто дошел до конца, по-моему, выпиливаем табличку потом. Чемпионс, типа, бля, да. Ой, ну все, ребята, тогда вас не буду задерживать. Я рад, что, бля, все прошло более-менее охуенно. Бля, я Лерон, красава. Вот самый сложный вопрос это был вот это били-вили-дили, нахуй, когда мы... Это пиздец. В следующий раз мы еще все доработаем, посложнее сделаем, чтоб когда Диман и Дина пришел, нахуй, да, Диман ничего не вывел бы, блядь. И чат закрыл. Да, блядь, они почти на каждых старых картинках, но нет, не на всех, блядь. Чё? Нет, да я думал, что типа понял, вот эта логика, типа, что красный, этот, синий, зеленый или как там было. Но красный почти на всех, кстати, первый стоит. Бля, ребят, я прям очень рад, я побил рекорд свой первый по онлайну, это сколько там, 12 тысяч у меня было. Ты красава, Маркусик. Ну вот, опять же, тоже тут еще во многом ваша заслуга, но все-таки, я очень рад, что все прошло, ну, не так хуево, как я думал. Поздравлям, Марк, все, я пойду. Ты думал, что должно быть хуево? Ну, просто я переживал то, что мало ли будет какое-то огромное количество багов, типа, или еще что-то. Я вот об этом думал. Ну, а вроде все прошло охуенно, вроде чату понравилось, это заебись. Все, остальные, ребят, все доработочки, которые у вас есть идеи какие-то для этого шоу, ну, поскольку я хотел это шоу делать на постоянно, потому что мне очень, я вдохновился идеей Ликса, вот, с его скам-шоу, я хотел себе шоу какое-то на постоянку взять. И вот это шоу я буду делать на постоянку, опять же, все ваши доработки какие-то вы можете мне писать, мы все будем обдумывать, все делать. Так что как-то так.
Я не успею сегодня даже сделать интеграцию, потому что мне надо ехать сейчас на что, где, когда. Так что, как так? Я не знаю, кому там Юля сколько стримит. Юля 40 минут стримит как раз. 40 минут, ну, заебок. Юля из-за рейдинг. Все, ребята, огромное вам спасибо. А, хотя там у Вишенки поменьше, но она только... Вишенку зарейдила Ариня, так что. Все, тогда, блядь, пошла нужно. Все. Ребят, спасибо вам всем огромное. Все, спасибо вам огромное, что были на стриме. Завтра стрим как по дефолту с утра. Жду всех завтра. Спасибо участникам еще, Роме и Ваде. Все, я прям очень рад, что все охуенно зашло. А можно вопрос тебе прислать? Конечно, можно. Конечно, все можно. Все, Юле передавайте привет. А лучше вот этот смайлик. Смайлик вот этот, блядь. Ахах, ББ, вот разблокируйте за 80 баллов, блядь, и спамьте ей. Ахах, ББ, блядь. Чтобы она тильтанула и офнула нахуй. Все. Все, ребят, давайте. Бля. Ой, я прям, я доволен. Я доволен, что все охуенно прошло. Все. Бля, балдеж, балдеж. Давайте, ребят, балдеж, встретимся балдеж. Завтра. Балдеж. Алло, Хань, заебись прошло.